Здравствуйте, добро пожаловать на программу «Вести Карачаево-Черкесия». События четверга в репортажах наших корреспондентов. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимреза встретился с главой администрации Зеленчукского района Алексеем Науменко. В ходе двусторонней встречи поднимались вопросы социально-экономического развития, водоснабжения и дорожной инфраструктуры, а также ремонта социальных объектов. Затем Рашид Тимреза провел личный прием граждан. Жители волновали проблемные вопросы благоустройства и водоснабжения, ремонта и строительства социальных объектов. В ходе приема Рашид Тимреза детально разбирал проблемы жителей Зеленчукского района и разъяснял гражданам последовательность принимаемых решений. По многим вопросам, требующим незамедлительного действия, даны поручения министерствам и ведомствам. Водопровод у нас устаревший. Вот. Мы хотим сделать самотечную воду. Проект сделан, в основном все сделано. Просто нужно немножечко, чтобы глава наш чуть помог. Вот это я хотел попросить у него. И второй вопрос у меня. Вот. Есть у нас мальчики, способные растут. Вот. Нам нужен нормальный спортзал. Я думаю, у нас результаты будут. Положительный я ответ слышал от главы. Я доволен. Он говорит, возьму под контроль. Он главу администрации Зеленчукского района значит, обязал. Вот. Я думаю, я доволен. Положительный ответ. В рамках рабочей поездки в Зеленчукский район глава Карачаево-Черкесии принял участие в торжественной церемонии открытия нового Дворца культуры станицы Сторожевой. Поездки Рашида Тимрезова сопровождали спикер парламента Александр Иванов, члены правительства, депутаты Народного собрания. Подробности расскажет Мурат Жанкезов. В фойе Дома культуры гостей ознакомились с изделиями народного декоративно-прикладного искусства и выставкой работ художников. Главе республики преподнесли в подарок картину под названием «Озеро любви». И вот «Озеро любви» хотели вам преподнести. Ну да. Здоровья вам. Спасибо. И любви. Спасибо большое. Это где озеро такое? Наше? Это у нас, да. Наше, да. Спасибо. Желаем столько же посетителей к вашему сердцу, как к этому озеру. Спасибо большое. Теперь надо пешком было дойти. В зрительном зале, рассчитанном на 250 мест, для гостей исполнили свои концертные номера вокальные исполнители и творческие коллективы. Живут здесь народы, похожей судьбой, одной дружной, сплоченной семьей. Станица моя родная, славишься ты красотой. Зовут тебя Сторожевая, другой нет на свете такой. Новый ДК располагает всеми возможностями для того, чтобы люди могли реализовать свой творческий потенциал, хранить и развивать духовные традиции, созидать, творить, создавать праздничное настроение, проводить культурные мероприятия. Больших творческих успехов пожелал станичникам Рашид Тимреза в приветственном слове. Видно, что здесь этот Дом культуры он будет жить каждый день чем-то, какими-то мероприятиями культурными. Такие вот уже поручения я дал министру культуры Карачаево-Черкесской республики. Уверен, что жители станицы здесь будут проводить свой досуг. Мы тут, я так понимаю, что здесь, в принципе, будет возможность смотреть, как кинотеатр его использовали. Поэтому самое главное, чтобы сюда приходили дети, занимались, которых мы уже увидели. Ну и старшее поколение тоже. Общая площадь Дома культуры составляет 660 квадратных метров. В комфортабельном здании расположен зал для занятия танцами, библиотека, кабинет рисования, артистическое и иные вспомогательные помещения. Площадь перед учреждением полностью благоустроена. Произведено озеленение прилегающей территории. Так хорошо, что у нас такой Дом культуры построили, чтобы он служил только для народа, чтобы побольше было каких-то кружков, каких-то мероприятий, для детей побольше было. Да и мы взрослые, какой-то концерт, чтобы мы могли прийти посмотреть этот концерт. Мы очень хорошо относимся к станице, к благоустройству нашей станицы. У нас станица стала красивая. Нам благодарим главу нашего, да, потому да. что он хлопочется, сколько да, лет за, был глава, другой ничего не было. А сейчас и освещение, и вот, пожалуйста, развлечение, все это культурное, мусор собирает. Чистая очень хороший глава, да. Дай Бог ему здоровья. Мурат Жанкезов, Расул Бердиев, Вести Карачаево, Черкесия, Зеленчукский район.
И вести из оперштаба. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 45 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших составило 24 123 человека. Из них 12 662 выздоровели, 671 госпитализирован. Ну а сейчас время прогноза погоды. Слово нашим синоптикам. В Карачаево-Черкесии местами дождь, в отдельных районах сильный, с грозой, градом и шквалистым ветром до 23 метров в секунду. Ветер северо-западный 5-10, порывы будут до 15-18. Температура ночью 9-14, в горах плюс 3-8, а днем 12-17 и в горах местами до плюс 10. В Черкеске дождь, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, порывы будут до 15-18. Температура ночью 11-13, а днем 15-17 градусов тепла. Вятские меха в Черкесске. Шубы по низким ценам в рассрочку. Куртка в подарок. Торговый центр «Панорама», первый этаж. Скоро в школу классные столы по классным ценам. Весь сентябрь от мебели белорусской. Ждем вас. Это «Большие вести» в прямом эфире. Мы продолжаем. К концу текущего года в селе Дружба Прикубанского района появится новый дом культуры на 250 мест. Строительство ДК ведется в рамках партийного проекта «Единая Россия» под названием «Культура малой родины». Общий объем выполненных работ составил около 70%. В этом убедили члены партийной делегации во главе с первым заместителем спикера парламента Дагером Смакуевым и наша съемочная группа. Мурат Джанкезов продолжит. Новый дом культуры в селе Дружба одноэтажный. Его площадь 704 квадратных метра. Внутри здания зрительный зал, кабинеты для занятий творчеством, библиотека и все остальные помещения. Конструкция здания железобетонная. Строительные работы ведутся ежедневно. Молодцы здесь потрудились. Приблизительно начали они тоже где-то с начала года текущего. Уже готовность, уже вот они сами называют 70%, а так может быть даже 80% здесь. Готовность осталась только отделочной работой, и они уже 100% гарантия, что срок они сдадут. Это молодцы. Поскольку послойные грунты в этих местах слабые, заранее была предусмотрена уплотненная грунтовая подушка. В новом ДК предусмотрена приточно-вытяжная система вентиляции, также помещение оборудовано котельной. Уже выполнены работы по проведению подводящих коммуникаций. В основном по зданию у нас осталось отделочные работы. Мы все черновую подготовили, установка дверей сейчас будет, ну и в дальнейшем. Ну, как видите, все стяжка, все сделано. Все коммуникации проложены. Одним словом, грязную мы работу сделали. Строительство ДК в селе Дружба ведется в рамках проекта партии «Единая Россия. Культура малой родины». Закончить весь спектр строительных работ планируют до конца текущего года. Мурат Шанкезов, Роберт Джигутанов, Вести Карачаево-Черкесия. Современное решение проблем со зрением на европейском уровне теперь и в Карачаево-Черкесии. Получить высококвалифицированную помощь в вопросах офтальмологии можно в лечебно-диагностическом центре «Альфамед Черкесский». Смотрите подробности. Этого дня Екатерина Середа и ждала, и боялась. Мысль об операции на глазах ее пугала, но и смотреть на мир сквозь туман сил уже не было. Поэтому девушка пересилила себя и пришла в клинику «Альфамед». Я решила попробовать, и как-то так случилось, завертелось, и я попала на операцию. И о чем я абсолютно не жалею. У меня было минус 3, сейчас у меня 100% зрение. Операцию Екатерине делали здесь же. После полного диагностического обследования за дело принялся опытный офтальмохирург. На самом современном и самом быстром лазере в мире Wavelight EX500 в течение 25-30 секунд была произведена операция по коррекции зрения. При горизонтальном положении у пациента глаз может ротироваться, расходиться или сходиться. И еще на этапе диагностики мы можем понять, какая форма глаза, и это все учесть. И получается более четкое, качественное изображение в итоге. Таким образом, вся процедура является абсолютно безопасной и длится с подготовкой пациента всего 15 минут. Напоминаем, что непосредственно сама операция длится всего лишь 25-30 секунд. Я очень довольна.
я увидела все в 100% качестве. Я могу видеть листья на деревьях, я вижу окна в домах, я наслаждаюсь миром вокруг себя. Это непередаваемое ощущение. И таких, как Екатерина, кто, выходя из клиники, может вновь видеть всю прелесть мира, с каждым днем все больше. За 11 лет специалисты офтальмологического центра «Альфа-Мед» вернули зрение более 14 тысячам пациентов. Сюда приезжают не только со всего Северного Кавказа, но и из Центральной России, а также стран ближнего зарубежья. А вот Мадине Слонуковой долгий путь держать не пришлось. Она из Черкесска, поэтому села в машину, приехала, обследовала, сделала операцию и была уже дома через час. Операция прошла хорошо, прямо отлично, сразу хорошо себя чувствовала и к вечеру уже хорошо начала видеть. Ну вот это у меня астигматизм еще было, и раздвоение, расстроение уже не было. Я очень довольна, я очень счастлива, прям все понравилось. С таким успехом в клинике делают не только лазерную коррекцию, но и успешно лечат большинство глазных недугов у взрослых и детей, от глаукомы до катаракты. Причем для лечения именно катаракты клиника недавно приобрела специальное оборудование последнего поколения. Оно считается одним из лучших в мире, и таких приборов на всем российском юге всего два. Это последняя модель фирмы «Алкон», называется он «Центрион», и позволяет выполнять операции по поводу удаления катаракты с имплантацией искусственного хрусталика. Данный прибор отличается от предыдущего тем, что здесь более нежный ультразвук, который как бы позволяет меньше травмировать ткани глаза. И также этот прибор позволяет оперировать катаракту, более плотную катаракту. Помимо лечения практически всех глазных болезней, клиника «Альфа-Мед» предлагает помощь в подборе и изготовлении любых видов очков с уникальным нанесением гравировки на ваш выбор. А еще весь сентябрь в клинике действует акция на бесплатное полное обследование зрения и беспроцентную рассрочку для желающих сделать лазерную коррекцию. Расположен центр в Черкесске на улице Свободы, 62К. Таким был четверг Карачаево-Черкесия. Прямо сейчас продолжение сериала «Перекати-поле». Приятного просмотра и ждите вестей.